Ребята, всем привет! Сегодня мы решили прогуляться в поселке Лаутербруннен. Это туристический поселок, который находится высоко в горах. Вот, в ущелье вот таком вот. Там видно вот заснеженные горы. Вот, ну и здесь скалы. Сейчас у нас на дворе осень, поэтому очень красиво. У нас сегодня очень хорошая погода. Вот, в Швейцарии вообще часто идут дожди. Осенью уже как бы, но сегодня вот у нас 28 октября и погода просто ясная, по-моему, ни одного облачка не видно. Вот, и такая красота. Вот там вот где-то виден снег, на горе лежит. Вот, но мы наслаждаемся этими видами, потому что на улице осень. Мне нравится, что здесь есть вот такая вот дорожка ровная, по которой можно идти, не напрягаясь, потому что горы вообще это постоянные подъемы и спуски. Поэтому в горах очень ценно иметь вот дорожки, которые вот просто идут горизонтально. Особенно если вы с детьми, это очень удобно. То есть ты можешь смотреть на горы и в то же время спокойно идти, не напрягаясь. И, ну, там, не бояться, что дети падут, там, свалятся откуда-то. Это очень удобно. Кстати, вот идем мы, и пасется скот, коровки там, овечки какие-то, козочки. Так вот, что я хочу сказать, что здесь, конечно, вот продукты, которые продаются в Швейцарии, они очень, конечно, качественные. Вот, и в том числе и мясо. Вот, очень оно, конечно, высокого качества и, ну, имеет огромную разницу вот с другими странами, потому что здесь все это выращивается очень на, ну, в натуральных таких условиях, экологичных, ну, поэтому, соответственно, и потом качество выражается в этом. Сегодня, несмотря на то, что уже конец октября, на улице очень тепло, сегодня где-то вот 21 градус тепла. Ветра особо нету, солнечно, поэтому практически как летом, это удивительно. В Швейцарии, кстати, много таких зон для барбекю, для как бы, небольших остановок, чтобы там что-то съесть, может, перекусить. Вот как здесь, например, вот посмотрите, там и мангал есть, получается, и столики, и лавочки. Вот, ну и вот такой вот вид, вот там водопад. Такой получается променад, люди просто спокойно прогуливаются. Кстати, тут есть вот подход к водопаду, там выдолблена такая вот тропа, многие поднимаются, смотрят, вот, но мы с детьми как бы не сильно жаждем. Кстати, здесь находится кемпинг Юнфрау.
он так называется, потому что здесь вот есть подъем на Юнгфрау. Есть поезд, который поднимается вот туда на гору, и можно совершить подъем на самую высокую гору в Европе. Так, поскольку время уже осеннее, вот дни короткие, поэтому солнце садится быстро, вот. И в горах, когда горизонт высоко, то солнце вообще садится быстрее. Поэтому у нас сейчас 4 часа вечера, как бы, но уже такое чувство, что часов 7. Вот, поэтому мы потихоньку будем уже сворачиваться. Замечательное, конечно, впечатление прогуляться таким осенним днем, насладиться вот этим разноцветием цветов осенних, вот, и потихоньку будем дальше двигаться. А вообще осеннее время, это, конечно, особенное время, я думаю, что зачастую мы подводим какие-то итоги, вот. А мы, кстати, приезжали сюда также весной. Вот, как по мне, конечно, весной немного тут красивее. Почему? Потому что лежит снег очень белый. Вот, он начинает таять, тут очень много ручьев, вот, и водопадов. Вот, а внизу все зелено, то есть очень красиво. Напишите обязательно в комментариях, нравится ли вам осень, какое время больше вам нравится, весеннее или осеннее. Вот. Но у нас такая получилась прогулка. Обязательно подписывайтесь на канал. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Сегодня мы решили поехать немножко в горы и поехали в перевал, который называется Сустен Пас. Вот. И сейчас мы уже вот остановились в такой локации. Хотим сделать сейчас небольшой привал, чтобы подкрепиться. Вот. И остановились вот в таком месте. Тут есть речка такая вот. Там выше горы со снегом. И, конечно же, сейчас осень. Вот это разноцветие всех трав, очень красиво. Сегодня у нас такая прогулка. Давай, прыгай. Опа! Так, здесь у нас младшенький с мамой. А здесь дети. Хочется поглубже вдыхать этот чистейший горный осенний воздух и впитывать эту всю красоту превосходную просто. Там река, ручей, там горы, снег. Здесь мы уже практически забрались на этот перевал. Вот. Ну, страшновато, потому что в основном дорога идет без ограждений практически. И не широкая,
Вот как буквально, чтобы две машины едва разминулись. Ребят, в общем, такая у нас получилась прогулка. Обязательно оставьте свой отзыв какой-то, если вам понравилось. Это природа, это осень. Ну и на этом все. Пока, до новых встреч! We'll be right back.